Она есть авторское прочтение. Она где-то там, почти рядом, но пока так далеко. Она знает, что есть будущее, но пока закрыто окно. Она говорит слова, от которых бывает тепло. Она может охладить, и от этого снова хорошо. А время бежит, и тянутся минуты часами, но с ней так легко, и от этой легкости бывает тяжело. Она сразу ставит точки, может сказать все в глаза, и даже если слова режут, поражает ее красота. Она точно видит саму суть и не дает в эмоциях тонуть. Она поддерживает искру, чтоб после стало тепло, храня нашу чистоту. Иногда она уезжает одна, чтобы просто быть. Она где-то там и уже почти стала родной.